Ники Алекс утверждает, что дамы за 25 уже потрепаны, тело у молодых лучше, мозг более гибкий. Под фразой «мозг более гибкий» он имеет в виду, что 16-летней девочке легче навешать лапши на уши, да? С 25-летней нужно будет еще повозиться, это правда. А то, что для вас, Алекс, дамы за 25 уже потрепаны, ну, я не знаю, возможно, у вас проблемы с головой, если вас привлекают в вашем возрасте школьницы. Да, проверьтесь, пожалуйста. Слушайте, ну, во-первых, комментарий. Дамы за 25 просто уже потрепаны, тело у молодых лучше, мозг более гибкий. Я что-то здесь вообще не вижу ни слова про 16-летних девочек и подростков. Как бы это, да, это запрещено законом. Как бы, и то, в принципе, в некоторых странах 16 лет это уже возраст согласия. Так что, как бы, что надо это взяла, я вообще понять не могу. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ребят, когда женщина сложная, а бывают такие моменты, да, когда она сложная, у нее высокая ЧСВ, она хочет, чтобы там за ней ухаживали, там платили за нее, брали ее ответственность за нее и так далее, да. Ребята, она абсолютно все категории женщин будет ругать. Старше плохо, младше педофил, старше там, как это называется, там, геронтофил, короче, там, когда милфы тебе там старые нравятся, это тоже плохо, да. Ровесницу найдешь, ты не будешь на ней иметь авторитета, потому что мужчина должен быть старше. Короче, она будет всех ругать, ребята. Она самая лучшая, она самая хорошая. И если ты не можешь с ней справиться, ты, значит, не настоящий мужчина. А вокруг все плохие, абсолютно, как бы, да, вот ты давай вот справляйся со мной. Как она говорит, повозиться нужно, да. Вот, и так далее. Ребят, точнее не ребят, а женщины. Станьте чуточку проще, проще станьте, и с вами будут просто общаться мужчинам. И тогда никто не будет искать там ни младше, ни... ну там чисто уже дело вкусовщины будет, да. А, допустим, там нашел он 25 лет, как бы она нормальная, простенькая женщина. Простенькая не то, чтобы там типа ее там снять вот так вот 2 секунды, нет. А, поменьше захеров в голове, и все будет нормально.